Я хочу поделиться с вами такими вещами, которые я не говорил раньше. Вообще-то я считаю, что в этом во всем невозможно участвовать. Путин плюс КПРФ равняется силовики. Это же не может быть вечно. Вечного ничего не бывает. И это тоже не будет вечно. Запомните, они хуже, чем сегодняшняя власть. Я бы сказал, что они такие же. Не торопитесь. Масштабы. Масштабы. Я мог бы уже сейчас здесь не сидеть, как вы знаете. Ходорковский никого за собой в тюрьму не тащил. Навальный обязан был написать: не кидайте в топку, берегите людей. Плевать мне на виноватых, это другая тема. Меня интересует, чтобы эти люди живы были. Люди имеют право ходить на улицу? Вот имеют, но они себе могут сделать еще хуже. Они имеют право, но ваша и моя ответственность, моя особенно, предлагать эволюционные пути. То есть мы вечно будем жить вот в этой системе? Борьба должна идти не за свержение строя, а за альтернативу. Россия будет демократической страной? Или ее не будет? Юрий Алексеевич, не могу избавиться от ощущения дежавю после того, как у нас прошло то, что мы по привычке еще называем выборами. 2007 год, хорошо помните эти выборы, первые несвободные и нечестные. Но тогда еще в них участвовала партия «Союз правых сил», в которой я состоял, одним из лидеров, в которой был Борис Немцов. И вот эта партия была объявлена врагом. Была речь Путина в Лужниках про шакалищих у иностранных посольств. Изымали миллионами тиражи, громили штабы, задерживали активистов. Немцова тогда первый раз задержали в Петербурге, ездили эти сурковские хунвибины по всей стране за ним, там надевали сачки на голову, обливали там горячим чаем и так далее. И результат нарисовали 1% в абсолютных цифрах, 700 тысяч голосов на всю страну. Потом Путин на пресс-конференции сказал, когда ему, по-моему, какая-то иностранная журналистка задала вопрос о том, что вот альтернатива вашему курсу, демократическая, европейская и так далее. Он так ухмыльнулся, сказал: да какая там альтернатива, вот у них 1%, о чем мы говорим. И вот переносимся в 2021 год. Единственная, последняя оставшаяся партия из того, что мы видели в списке, которая системно позволяет себе критиковать и внутреннюю, и внешнюю, что важно, политику режима, официально маркировали вас как партию, аффилированную с иностранным агентом, впервые было использовано. Официально вот все эти там слова про пятую колонну, предателей и так далее. Вот мы с вами участвовали недавно перед выбором во встрече с избирателем. Везде ходят эти засланные провокаторы про Крым, про американцев, по темнику вопросы. Официальный результат – 1%, 700 тысяч в абсолютных цифрах. Вот у меня полное дежавю. Теперь тоже ведь с ухмылочкой смогут люди в Кремле говорить. О чем вы говорите? Какая европейская альтернатива, какая демократическая альтернатива? Вот они, 700 тысяч. Неужели всего 700 тысяч человек в нашей стране выступают против вот этого всего и хотят, чтобы Россия была нормальной, современной европейской страной? Неужели это все, что есть? Прежде всего, на мой взгляд, я хочу сказать, что с выборами были проблемы, начиная с 96 года. Уже в 96 году выборы президента носили такой уже не совсем внятный характер. И с точки зрения участия СМИ, и с точки зрения истерической кампании «Голосуй, то проиграешь», и с точки зрения появления специальных кандидатов в виде «Лебедя», которые разыгрывались искусственным путем. И с точки зрения подсчета голосов, там много было проблем. Потом нужно сказать, что и выборы 99 года были очень непростыми. Тоже в разных смыслах. Там и взрывы домов, и начало чеченской кампании, и истерическая кампания в поддержку войны, когда на хорошо известном вам канале НТВ сидела того времени демократическая общественность, и яростно поддерживая Анатолия Чубайса, убеждала, что должна быть война. А один из лидеров Союза правых сил, Анатолий Чубайс, говорил, что критика войны, а там война-то заключалась в чем? Что были просто ковровые бомбардировки. Установками град бомбили города. Ну да, вот. А что это был со стороны моей личной, яблоко,
удар в спину возрождающейся российской армии. Ну, а если помните выборы 2003 года, был сначала арест Лебедева, потом в ходе кампании был арест Ходорковского, потом было поздравление меня с победой президентом, он мне позвонил и сказал, что он меня поздравляет. Я сказал, но я не вижу этого на экране. Сказал, все будет в порядке. Вот. Даже могу сказать дословно, что он сказал. Он сказал, ну, я знаю результаты Петербурга и Москвы, вы проходите. И потом, это было в 2 часа ночи. И потом в 7 утра этот результат был отменен. А 2007 год, о котором вы вспоминали, это уже была еще новая уже история. Таких было две, на самом деле. Это 2007 год, потому что цены на нефть были там за 100 долларов за баррель. Поэтому тогда власти могли делать все, что хотели. Поэтому у нас и были такие результаты. Мы были просто вообще не нужны. А 2016 год – это выборы после Крыма. Опять истерика. Там была истерика, потому что появились деньги. Здесь была истерика, потому что империя, потому что аннексия Крыма. Аннексия, я хочу подчеркнуть. Это Донбасс. Это опять империализм по отношению к соседям. Ну так вот, это вот такие были сюжеты с этими, так сказать, выборами. Поэтому к той ситуации, в которой мы находимся сегодня, мы шли довольно долго, но были очень существенные отличия. Я хочу поделиться с вами такими вещами, которые я не говорил раньше. Во-первых, я хочу очень коротко пока сказать, почему вообще произошли такие события, почему такая система сложилась. Так вот, причины заключались в реформах, которые были в 90-м году, в 90-х годах, которые состояли из двух таких особых шагов. Первый шаг – это была гиперинфляция 2600%, которая, на мой взгляд, являлась конфискацией. Вот. И второе – это залоговые аукционы. Вот эти две вещи, эти два шага – это два события, которые лишили нашу страну возможности иметь независимое правосудие, иметь независимый парламент, иметь демократию на самом деле. Потому что они привели к слиянию бизнеса и власти. И когда произошло слияние бизнеса и власти, то дальше появление современного государства стало невозможным. Мы потеряли возможность иметь государство, которое работает на своих граждан. У нас появилось государство, которое было соединено с бизнесом и было соединено с собственностью. И это является фундаментом. А вот на таком фундаменте не появляется независимое правосудие, не появляется независимые СМИ, не появляются гражданские партии. У нас ведь было это, простите, что перебиваю. Не знаю насчет правосудия, но независимые СМИ, вы сами упоминали телеканал НТВ, и выборы это были настоящие, и партии были, и парламент был. Было же? Да. До Путина недолго, было? Недолго. Недолго, но было? Недолго. И вот из-за того, о чем я сейчас сказал, в итоге это было ликвидировано. И вторая причина, которую мы просто не понимали в 90-е годы. Какое имело значение тогда оценка, государственно-правовая оценка сталинского периода, большевистского периода, революции так называемой и советского периода. Это сделано не было. И это была наша грубая ошибка. Ну вот, это что касается фундаментальных причин. Но я хотел еще поделиться с вами следующим. Вы знаете, я думаю, что для меня, например, конец эпохи, эпохи постсоветской модернизации наступил после изменения Конституции.
в минувшем году. Я даже такую книжку написал 2 июля, потому что 1 июля произошла дикость и абсурдность, когда 287 поправок или 290 поправок одним голосованием, как и до того одной кнопкой, были внесены изменения в Конституцию. То есть, нарушение закона, подчеркну, нарушение российского закона. Да, о том, Конституция была просто, на мой взгляд, разгромлена. Я уж не говорю об обнулении. Вы, наверное, не помните, но вам будет очень интересно. Я рискну так сказать, что сказал Конституционный суд, почему можно обнулить сроки. О, я помню. Они сказали, потому что у нас есть разделение властей. Совершенно верно. Сменяемость власти. Совершенно верно. Система судебная система противовесов. Да. Совершенно верно. Да. Все. Как это можно не запомнить? Ну, все. Ну, понимаете, ну, просто это не... Все. И причем я добавлю, что в значительной части тот же состав Конституционного суда, примерно треть та же, которая в ответ на запрос еще при Ельцине, в 90-е, сказал, что ни в коем случае нельзя нарушать сроки. И те же самые сказали, а для Путина можно. Да, ну вот. Вот, собственно, все. Значит, после этого лично я принял для себя решение, что эпоха закончилась уже и формально, и это уже не выборы, и в них невозможно участвовать. И я открою вам секрет. Вот в этом году был закрытый Федеральный политический комитет партии Ямалка перед съездом. Перед принятием решения о выходе на выборы. Вот. Я открыл его со слов о том, что вообще-то я считаю, что в этом во всем невозможно участвовать. Но если участвовать, то я предлагаю сделать список из политзаключенных. И прямо его внести на съезд, и все. Вот взять всех политзаключенных, их как раз... Там список должен быть 350 человек. Их как раз столько есть. И есть. Да? Меня активно поддержал Евгений Абрамович Пунимович, кстати говоря. Он член Федерального политического комитета. Все же Федеральный политический комитет принял решение выходить на выборы. И смысл этого решения заключался в том, что жизнь продолжается. Молодые люди должны учиться, становиться политиками, терпеть поражение, почувствовать вкус политической борьбы, почувствовать вкус системы, что с ней происходит. Короче, надо бороться. Для меня наиболее убедительным был этот аргумент, а еще для меня был очень убедительным аргумент о том, что выборов смысл все же есть. Потому что это голосование против войны, которую фактически объявили в статье Владимира Путина об Украине. Это выборы против этой войны, это выборы против тоталитаризма, это выборы против сталинизма, и это очень-очень важно. И вот речь шла не о том, кто попадет в Думу для меня. А для меня речь шла о том, что люди должны иметь возможность высказаться по вот этим вопросам. Потому что мы действительно находимся на грани вот этих всех событий. Вот сегодняшнее я смотрел сообщение, что в Южном округе, федеральном округе Российской Федерации проводят маневры с участием 10 тысяч человек и Черным морским флотом. А Украина совместно с НАТО проводит учения во Львовской области, 6 тысяч человек. Ну так это серьезные вещи. Вот об этом, собственно говоря, речь. Вот об этом речь. Поэтому я считал, что эта тема очень важная. И все равно надо в ней участвовать. Зная, что это не выборы. Зная, что это не выборы. Именно поэтому я дал множество интервью, ну, в ходе кампании. Почти на всех меня спрашивают, почему вы не пошли? Вот вы занимаетесь всем этим, а сами не идете. Вот зная, что это не выборы. И если до этого, на всех тех выборах, о которых я говорил, 96-го года, 99-го, 2003-го, 2007-го, 11-го, 16-го, я участвовал лично, я надеялся. Я считал, что надо надеяться, надо участвовать.
В этом смысле я поддерживал ту же точку зрения, которую поддерживал Борис Немцов, что надо идти, надо делать. Даже когда это настолько некомфортно, даже когда есть такие большие сомнения. Это как, знаете, в известном высказывании Антонио Грамши: пессимизм мысли и оптимизм воли. Да, вот мы это делали. Но после изменения Конституции смысл выборов, как выборов, я когда-то боксом занимался, это все равно, что вы выходите на ринг, и вы сражаетесь не только со своим оппонентом, но еще и один, а может быть еще и боковые три судьи, все с вами на ринге дерутся. Что именно сейчас поменялось? И сразу добавлю к этому, вот, такие люди, уважаемые, как, например, вот Александр Подробинник, сейчас вам бы сказали на моем месте, что ну, вы все равно легитимизируете фарс, не выборы, тем самим фактом, что вы в них участвовали. Не вы лично, а партия. Ну, уважаемому Подробиннику я спрошу у него, платит ли он налоги. Если окажется, что он налоги платит, то я скажу, что это на его деньги проводится эта легитимация выборов. А еще война с Украиной, а еще война в Сирии, а еще безобразие по всей Африке, а еще много чего еще. Поэтому вот эта вот перепалка, это, конечно, вещь вечная, особенно для нашего правозащитного движения. Вот. Но суть-то в этом. Сейчас не легитимизировать, как вы выразились, или не легитимировать то, что происходит, можно только одним способом. Или вы уезжаете отсюда, или вы партизаны идете. Вот люди, которые ни к тому, ни к другому не готовы по разным причинам. Я, например, что касается партизанского движения, стою на точке зрения генерала Григоренко, выдающегося советского диссидента, который книгу написал, которая называется «В подполье можно встретить только крыс». Поэтому никакие кровавые бунты, революции, подполье, терроры – это для меня совершенно неприемлемо. И как раз основной посыл диссидентского движения был, что это должна быть мирная, ненасильственная борьба. Были дебаты в диссидентском движении в самом на эту тему еще в 60-е годы, и тоже было меньшинство внутри диссидентского движения, которое выступало за такой насильственный путь. А в результате победила точка зрения таких людей, как вот Петр Григорьевич Григоренко или Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, которого я имел честь лично знать, Владимир Буковский, которого мы с вами оба знали, которого я в свое время выдвигал в президенты, а ваша партия его поддержала. Я его поддерживал. На выборы 2008 года. Выиграла та точка зрения, что а чем мы тогда от них отличаемся, если мы сами станем спасибо делать то же самое, наоборот. Спасибо большое. Вы мне сейчас очень-очень помогли. Вот. Ну вот, то есть это для меня была такая вот вещь. Значит, поэтому, если мы живем в нашей стране, то надо каждый шаг делать. Этому меня тоже научил Сахаров. Знаете, я его лично не знал, но вот его... Вы Елену Георгиевну Боннер хорошо знали. Зато знал очень хорошо Елену Георгиевну. Я тоже. Я должен сказать вам, что вот диалог Сахарова с Горбачевым совершенно разных людей, ну просто совершенно несводимых, просто вот именно этот диалог, такой сложный, вел к эволюции, вел к развитию системы и привел в итоге к мирному смену системы, что было совершенно невероятно. Вот, поэтому надо в этом работать и участвовать вот в том. Вот эти были мои самые главные размышления, поэтому наша молодежь и пошла. Но хочу сказать, что и в вашем замечании есть глубокий смысл. Глубокий. Потому что вот я, например, предполагаю, что, хотя это решение должно быть Совета Федерации, но, конечно, и в Думе оно будет обсуждаться, если будет война. Заранее известно, что в той или иной форме там будет голосоваться этот вопрос. Ни в одной Думе, в которой я был сам 10 лет, ни в одной Думе, в которую я шел, у нас не было представлений о том, что будут приниматься решения такого плана и масштаба. И такой направленности, самое главное. Никогда.
Поэтому, зная это заранее, я должен сказать, что даже если вы сражаетесь или боретесь за то, чтобы стать депутатом такой Думы, конкурировать, а потом им становитесь, и в ходе заседания Думы голосуете против этого решения, да, на мой взгляд, вы легитимируете это решение. Потом выходит президент и говорит, ну, у нас там было 3 человека против, или 20 человек. Или один, как по Крыму. Или один. Вот, и все. Поэтому у нас есть разные точки зрения. Вот. Но их 3, или там 1, или 20, а 430-то за. А теперь мы получили Думу, в которой 100% все сторонники Путина. 100% все. Ну, как и в прошлое уже было. Да, 100%. Там нет ни одного человека, который скажет, что он не согласен с Владимиром Путиным. Ни одного. Ну, тогда можно себе представить, что там будет происходить. Вот, поэтому это спорный, сложный, серьезный вопрос. Однако суть дела в том, что смысл этого голосования был очень важен для нас. Нам очень важно было сказать, какая возможна перспектива, и призвать людей выразить свое отношение к этому. Возможности наши были крайне ограниченными, но сказать это громко, насколько мы могли, мы считали это очень важным. Повторю еще раз, это вопрос война или мир, это вопрос тоталитаризма, перехода от авторитаризма к тоталитаризму, и это вопрос наступления, я бы так сказал, модерн сталинизма в России. Буквально. Именно сталинизма, ничего другого. Кстати, мы это наблюдаем сейчас очень активно. То есть против всего этого сейчас власть может сказать, что всего 1%? Да, власть может так сказать, но никто в это не поверит, и она сама в это тоже не верит. Это уже другой разговор, что она может сказать. Сегодня кто-то там сказал, что внесли там, вбросили 13 миллионов бюллетеней. Сейчас будет много всего. Но вот эти все составные части, это и есть хаос происходящего. Потому что, ну, очевидно, что в стране накоплен значительный протестный потенциал. Но он действительно есть. И одного политзаключенного вы все-таки в список включили. Да, мы сочли это принципиально важным. Включить в наши списки Пивоварова. Потому что он находится в СИЗО. Он уже там находится, по-моему, 3 месяца. Находится он там за то, что он перепост какой, формально, по крайней мере, за то, что он сделал перепост. Ну, конечно, за то, что он возглавлял там «Открытую Россию» и так далее. Понятно, за что. Но он в одном шаге от того, чтобы стать настоящим политическим заключенным. Потому что политический заключенный, на мой взгляд, это кто? Я знаю, что нет стандартного мнения, ну, определения. Но политический заключенный – это кто? Это человек, который осужден по одним причинам формально, а реально находится в изоляции по другим причинам. Вот это и есть политический заключенный. И это происходит с ним. И поскольку в нашей программе одним из первых пунктов записано освобождение политических заключенных, поскольку мы считали для себя важным включить человека, который реально вот находится в одном шаге от того, чтобы стать политическим. Ну, он фактически уже является политическим. Он признан. Конечно, он фактически является уже политическим. Просто поскольку еще нет приговора, он имеет право участвовать. Вот. И мы этим воспользовались. И если вы заметили, это мы решили прямо на съезде. И вы видели, какое было голосование. Почти единогласное было голосование. Вот такова партия. Мы считали это важным. Мы считали это для себя ответственным. Мы таким образом протянули руку всем тем, кто попал в заключение. Неважно, там, согласны мы с ними политически или не согласны, но то, что они находятся под диким давлением, под репрессиями, ну, это было абсолютно очевидно. Ну и, соответственно, нас признали иностранным агентом. Но должен вам сказать, если бы не это, то по какому-то другому поводу. Значит, мы собрали весь букет вот этого всего. И дальше, если вы будете обсуждать теперь наш результат, то я хочу вам сказать.
сколько бы мы ни получили голосов, нам должны были написать примерно 1-1.5%. Почему? Потому что мы иностранный агент. Я поэтому и начал... Как же может в России люди проголосовать за иностранных? Конечно, это фальсификация. Конечно, это не соответствует. Я почему и начал с 2007 года. Даже цифры совпадают. Тогда объектом государственной травли был СПС. 1% 700 тысяч. У вас сейчас 1% 700 тысяч. Да. Поэтому это совершенно понятно. Если... А при советской власти сколько там? 0,1 да, по всему Советскому Союзу, а по Прибалтике 0,5 против голосования. Да, ну потому что там все-таки больше протестные настроения. 0,5%. Да. Во-первых, результаты этих выборов – это заранее запрограммированные результаты. В том числе и результаты иностранного агента. Но правда, надо признать еще одну вещь. Мы ведь говорили такие вещи, которые сейчас в нашей стране просто боятся произносить вслух. Мы говорили буквально следующее. У нас первая запись в программе, которая опубликована в российской газете. Политика Путина ведет в тупик. Смена власти необходима. Свобода политзаключенным. Расследование отравления и убийства оппозиционеров. Рыночная экономика вместо госкапитализма. Отказ от войны. Мы говорили о том, что смертность самая высокая сегодня. Что бедность... нарастает уже около 10 лет, что произошел провал системы здравоохранения. Ну, понятное дело, что люди, которые говорят такие вещи в нынешней системе, должны быть наказаны 1%. Но мы считаем ценным и важным, что мы могли это говорить. Знаем ли мы, какой у нас результат? Да, мы примерно знаем. Мы по интернету знаем и благодаря вам знаем. Я вот наблюдал здесь недалеко на Большой Ордынке, это мой избирательный участок, где я живу, где я с 18 лет голосую, вот 40-го УИК, Большая Ордынка, дом 15. И этот участок, один из немногих в Москве, который известен, ну там честно считают обычно, там нет махинаций, там нет манипуляций, там, как правило, вот как есть, они публикуют. Ну просто как пример, в 2013 году на выборах мэра Москвы там победил Алексей Навальный. Официально по протоколу с печатью, с подписью. Там считают, как есть. Вот я своими глазами полночи, значит, смотрел на то, как считают. Итоговый результат. Первая тройка лидеров по партийным спискам. 27% коммунисты, 20% Единая Россия, 19% Яблоко. Это первая тройка партий. По округам одномандатным Сергей Митрохин 35%, кандидат мэрии Леонов 14%. То есть больше, чем в два раза. Это вот то, за что я, что называется, могу отвечать. Понятно, что это центр Москвы, понятно, что не везде так голосуют. Но между 19 и 1 все-таки разница слишком. Да. Вот мы посмотрели результаты на многих участков Москвы, на очень многих. Но вот они, вот у вас 19, в других местах есть 26, есть 18, есть 13, есть самые разные. Но все эти результаты двузначные. И мы знаем за 28 лет, мы участвуем в выборах в Думу, мы знаем, что такого разрыва со страной не может быть. Значит, мы не знаем, сколько точно процентов, но анализ интернета, и анализ данных, и анализ бесед всех, они все нам говорит о том, что ну, есть там и 6, и 7 процентов, и даже думаем, что... возможно, больше 5, но может быть и 4, но точно не один. Мы точно знаем, что у нас другой результат. Но при этом мы не удивлены, что выборы вот так фальсифицированы, изменены, потому что и это не выборы. Уже давно они постепенно стали не выборами. Вот, собственно, все. Мы действительно это знаем. Однако все равно эффект они будут иметь очень большой. Вы несколько раз за время этой кампании говорили, что это могут быть последние выборы вообще. Что вы имели в виду? Я имел в виду, ну, отчасти я имел в виду, что это уже не выборы, как выборы. Но вот такая массовая процедура плебисцита, я сейчас вам приведу пример. Есть такое замечательное место в мире, Гонконг называется. Вот там китайские власти что сейчас придумали, знаете? Они пришли, а сейчас там выборы. Там выборы в городской совет. Там 256 тысяч избирателей. Пекин сказал, что участвовать в выборах
должны только патриотически настроенные люди. Поэтому до выборов были допущены только 5000, а проголосовало 4. Вот и все. Вот если вы и это назовете выборами, ну так это будет странная история. Я хочу обратить ваше внимание, вам, может быть, это будет сейчас интересно особенно. Вы помните результаты «Единой России» и КПРФ в 2011 году? «Единая Россия» 49%, если не ошибаюсь, как сейчас. А коммунисты тоже примерно как сейчас. Вы правы. Они полностью совпадают. Вплоть до десятых долей процентов. Да. То же самое. Что было после того, как Дума стала вот такой? После этого, вспоминайте, Болотная и репрессии после Болотной. Да? После этого Крым. После этого Донбасс, после этого Сирия, это все то и огромный пакет самых репрессивных законов. За эти 10 лет, за которые они все голосовали. Так называемые все эти разные партии. Все, они все голосовали за это. Вот что такое Дума, которая представляет собой Союз Единой России и коммунистов. Вот это то, что мы сейчас получили. Я напомню, с чего начиналось путинское правление, когда еще прошли еще относительно нормальные свободные выборы 99 года, и в январе 2000-го собралась Государственная Дума третьего созыва, там по нынешним временам вообще такое трудно представить, там было две демократические фракции. Так вот же об этом же речь. И тогда вот я в том созыве работал помощником, советником у Бориса Немцова, лидера фракции «Союз правых сил», вы были лидером фракции «Яблоко» в той Думе. И вот эта Дума начала работу со сговора между «Единство» тогда это называлось, именно, коммунистами. И они между собой разделили все. Разделили все, и мы тогда протест... А наши две фракции вышли в знак протеста, вот, бойкот. Да, да, совершенно, совершенно верно. Вот совершенно, совершенно верно. А почему получилась такая Дума в 2011 году? Потому что у протестных было две идеи. Голосуйте за кого угодно, кроме «Единой России». И еще одна была идея «нах-нах». То есть не ходите голосовать. Нет, все. Ходите, но перечеркивайте. Ну ходите, да, ходите, перечеркивайте. Бойкот тоже был. Да. Бойкот все, тоже была такая все. Стратегия. Бойкот, перечеркивайте, голосуйте за кого угодно, кроме тебя. Вот все. Это была очень серьезная ошибка. И то ошибка, и то была ошибка. Если можно сказать, это чреватая большими последствиями негативными политическая глупость была. То делать и то. И мы получили вот такую Думу. И тогда, после этого, произошли все вот эти события, о которых я вам говорил. Вернулся Путин, отказались от участия в президентских выборах. Ну, в общем, тяжелейшая ситуация была. Но сейчас мы получили снова такую же Думу. Снова. Ну вот и скажите, чего от нее ожидать, если та Дума сделала... подготовила все это и, в конце концов, привела к переделу Конституции, пересмотру Конституции, к прямым репрессиям, которая осуществила переход, можно сказать, вот эта Дума, от жесткого авторитаризма, ну, к уже началу тоталитаризма. Но если говорить содержательно, то я думаю, чего можно ожидать? Вот чего следует ожидать? Ожидать следует репрессий, развитие темы иностранных агентов, нежелательных организаций. Если говорить об экономике, это будет продолжение строительства госкапитализма. Это одна из самых неэффективных систем. Это когда всем управляет государство. А знаете, как устроена экономика, когда всем управляет государство? Видели мы это? Да. Я еще немножко помню. Так нет, такого вы еще не видели. Это система, при которой убытки государственные, а доходы частные. Понимаете? Мы видели систему, когда доходов нет вообще. Ну да. Вот такую мы видели. А вот такую, когда убытки нас всех, а доходы их, вот это госкапитализм. Вот это когда-то Ленин говорил, что это то, что нам надо. Потому что в условиях госкапитализма надо только захватить власть, больше ничего. А экономика уже готова. И еще я хотел сказать вам, что в условиях госкапитализма обязательно будет происходить падение уровня жизни, что, я думаю, вас совершенно не удивляет. Но более того, может быть, скажу вам новую мысль, которая
появилась, исходя из того анализа, который я делал. С 2011 года идет систематическое подавление среднего класса. Но не того среднего класса, который учителя, врачи, это другое дело. Это тоже средний класс, но это средний класс бюджетный. Зависимый от государства. Бюджетный. А вот средний класс, который настоящий, который независим от государства. Кто выходил на Болотное? Это предприниматель, конечно. А что это означало? Болотная заявила о чем? Что она хочет участвовать в политике. Вот. Что средний класс хочет участвовать в политике. Что средний класс хочет видеть свое место. Что средний класс не будет терпеть фальсификации. Что средний класс требует, чтобы с ним считались, с его интересами, с его бизнесом, с его семьей, с его детьми. С ним, потому что он основа новой России, он основа будущего. С тех пор идет, я назову вам цифры, за это время, вот, которое прошло с Болотной, ликвидированы миллионы частных предприятий. Миллионы. Их осталась половина от того, что было. А сейчас еще ковид туда вмешался, и произошел отказ от поддержки и населения, и бизнеса. Вы думаете, почему во время эпидемии не стали поддерживать средний класс? Поэтому не то, что средний, вообще население и вообще бизнес только поддержали. У нас единственная страна большой двадцатки, где не было прямой финансовой помощи государства. 3%, были отдельным категориям. 3% ВВП. 3% ВВП. И то все было отсрочено, банкротства были отсрочены, сейчас они будут. 3%. Страны ОЭСР около 20-30% ВВП потратили. Вот месяц назад МВФ, если бы это кто-то услышал в середине 90-х годов, он бы просто решил, что он сошел с ума. МВФ раздал странам деньги для поддержки населения. Россия, знаете, сколько получила? 18 миллиардов долларов. Что они с ними сделали? Я говорю умышленно, они. Потому что, те, кто за кремлевской стеной. Да, потому что население не имеет к этому, народ не имеет к этому никакого отношения. Политические партии не имеют к этому отношения, парламенты не имеют к этому отношения, никто не имеет. Они выступили и сказали, мы сразу все, эту сумму отправляем в резервы. То есть там куда-то типа фонд национального благосостояния или отправляем туда в золотовалютные резервы и так далее. Ну что это такое? Это что такое все? Это политика подавления среднего класса и, соответственно, всей оппозиционной деятельности. Всей оппозиционной деятельности. Я могу вам сказать, что я совершенно не знаю, что будет, например, с такой партией, как Яблоко, учитывая ту позицию, которую я сейчас вам высказываю, и все мои товарищи это высказывают. Это не только я один. Это наша общая позиция. У нас же есть меморандум, у нас же все его подписали. Мы же все, я за это ручаюсь, мы все самые ответственные и сложные проблемы страны описали в своей программе. Все. Поэтому дальше следующий вопрос. Это изоляция и противостояние со всем миром. Это возможная война с Украиной. В итоге вот всего. Я сейчас отвечаю на ваш вопрос, чего ожидать. Это подавление свободы личности и лишение прав. Не просто там не соблюдение прав человека, а просто лишение. Что это такое суммарно? Суммарно – это вот этот необольшевизм или сталинский модерн, как хотите это называйте. Все это очень укрепляет систему Путина. Сейчас будет очень много разговоров. Сейчас мы с вами полемическую часть заденем этого. Сейчас будет очень много разговоров, что там кто-то что-то там победил. Это все не соответствует действительности. Я, извините, что цитирую себя, в 2000 году на президентских выборах я говорил, Путин страшнее, чем Зюганов. Зюганов – это прошлое, а Путин – это современный большевизм. И вот мы его сейчас наблюдаем. А сейчас он очень укрепится своим союзом с коммунистами. Система получила полный карт-бланш таким голосованием. Вот этот союз Путина с коммунистами, вот если строить такое математическое, арифметическое выражение, Путин плюс
КПРФ равняются силовики. То есть власть получат силовики. С чем они столкнутся? Они столкнутся с беднеющим населением. С населением, которое все видит, но ничего не может. То есть все есть, а денег ни на что нет. Это очень большой триггер. Как раз вот следующий вопрос хотел задать про пути выхода из этого. Вот я по образованию историк, как вы хорошо знаете. Ну, есть такая историческая логика, неумолимая. Это там, с моей стороны, не призыв, не поощрение к чему-то, а просто констатация факта, если угодно. В тех системах, где власть невозможно поменять на избирательных участках, она рано или поздно меняется на улицах. Те, кто сегодня сидят в Кремле, уничтожая выборы, уничтожая парламент, уничтожая вообще легитимность государства, они не оставляют другого пути выхода из этой порочной, страшной, преступной системы, которая здесь у нас сегодня создана. Выборов нет, поэтому, видимо, только улица. Какой выход вы видите из этой ситуации? Но это же не может быть вечно. Вечного ничего не бывает. И это тоже не будет вечно. Мы не знаем, когда и как это закончится, но оно закончится. Вот каким, на ваш взгляд, может быть этот выход? И что должны делать ответственные демократические и политические силы в стране для того, чтобы этот выход готовить? Меня интересует цена такого мероприятия, во-первых. А во-вторых, меня интересует, и кто будет вместо. Вот ни на первый, ни на второй вопрос. Если на первый вопрос вы мне не скажете ответ, потому что страшно даже предположить цену, потому что это море крови. Вы же видели. Но подчеркнем, что виноваты, если, не дай бог, такое случится, будут те, кто сидят сегодня в Кремле, кто довел до такой ситуации, значит, кто не оставил выхода из этого через избирательные урны. Значит, меня интересует не кто виноват, а меня интересует, сколько людей погибнет. То есть мирной революции это вы не для видите? Для меня главный вопрос. Плевать мне на виноватых, это другая тема. Меня интересует, чтобы эти люди живы были, чтобы остались бывают живыми. Бывают мирные, бывают бархатные революции. Вот, это во-первых. Вот это во-первых. Это во-первых. А во-вторых, меня интересует, а кто будет вместо? Я вам могу сказать, что если будет смена вот как сейчас, то вместо будет не лучше, а может даже хуже того, что есть сегодня. Поэтому следующий ваш вопрос. А что должна делать, как вы говорите, оппозиция? Да? Отвечаю. Поскольку для меня самая главная цена и кто вместо, то оппозиция должна быть способна предъявить альтернативу. Борьба должна идти не за свержение строя, а за альтернативу. Это совсем разные направления. И конец 80-х был устроен именно так. Был Сахаров-Ельцин, там сейчас оставляем в стороне, хорошие или плохие. Но вы же понимаете, там вся борьба шла за альтернативу. И кроме того, там была внятная альтернатива. Мы хотим развиваться, как любая европейская страна. Все, там был полный набор всех идей. Вопрос техники, которая там, скажем, была представлена программой 500 дней. Но она же была представлена, это техника. Как это сделать? Да, это был сложный вопрос, но дело не в этом было. Суть-то была ясна. Вот альтернатива, и вот содержание, к которому оно должно вести. Так сущность альтернативы-то и сейчас должна быть та же самая. В этом смысле нет, ничего не поменялось. Нет. Нет. Во-первых, персон нет. Нет персональной альтернативы вообще никакой. А во-вторых, что касается альтернативы России как европейской страны, существует колоссальное разочарование. Не можете это не учитывать. Это будет очень грубая ошибка. Потому что обидели Россию вот эти реформы? Очень. Потому что они были ошибочные и преступные, которые были в 90-х. То есть не надо стремиться больше к европейскому пути? Надо. Только это вы можете стремиться. Люди не хотят стремиться. Мы можем с вами стремиться. Люди-то этого не хотят. Людей это сейчас не интересует. Они в это не верят. Поэтому такое голосование за коммунистов. Они в это не верят больше. Они попробовали, они верили, а получилось. Поэтому нужно формировать. Вот так просто сказать, мы хотим жить как в Европе, все, так не получится. Нужно конкретную альтернативу приводить. И персональную.
и содержательную. А содержательную и экономическую, и социальную, и... Внешнюю. И безусловно, внешнюю. В части внешней наша альтернатива заключается в том, что мы должны стать европейской страной. Но это в части внешней. Кой мы уже на самом деле являемся. Мы являлись ею всегда. Всегда, но не политически при нынешней власти. Вот. Это мало того. Это еще один очень важный особый разговор. Если Россия в ближайшие 30 лет этого не сделает, она рискует вообще оказаться между молотом и наковальней. Она рискует оказаться между Китаем и объединением Соединенных Штатов с Европой. Вот какой колоссальный риск у России. Ее тогда просто, ей будет очень-очень тяжело и очень-очень плохо. Вообще отсутствие стратегического мышления у нынешнего руководства России – это просто катастрофическая вещь. Сейчас время идет очень быстро. Технологии, цифровые изменения очень быстро, гораздо быстрее, чем раньше. Они заморозили пока на 20 лет. А стратегии нет никакой, вообще никакой. Куда Россия идет? Куда? В Евразию не существует такого. Это чисто географическое название. А содержательного ничего этого не существует. Когда я думаю, и иногда говорю, что, может, это последние выборы, я просто вот вижу, что они придумывают другую модель. Вот ведь модель Конституции 93 года и устройство, которое формировалось в 90-е годы, она же все-таки имела в виду свою модель европейскую. Безусловно, в Совет Европы мы вступили по этой конституции. Европейскую. А сейчас они хотят выйти из оттуда. Они хотят сделать все как-то по-другому. Просто иначе. Просто иначе совсем. Россия хочет окуклиться и перестать быть Европой. Только я боюсь, что это будет не окукливание, а покрывание саваном. Вот что это такое будет. Это очень опасная и тревожная история. Очень серьезная и очень опасная и тревожная. Поэтому я хочу сказать, нынешний союз Единой России с коммунистами – очень опасная история. И все, кто призывал голосовать за коммунистов, с моей точки зрения, все, кто призывали голосовать за коммунистов, вот сейчас, по самым разным причинам, взяли на себя огромную ответственность за все, что сейчас будет происходить. И никто не забудет о том, кто это призывал. Не то, что там я тут не главный. История не забудет, и люди не забудут. Это часть московских публицистов, часть московских интернет-интеллигенции. Это серьезное, если не трагическая ошибка. И я хочу сказать вам, Владимир Владимирович, важную вещь. Это будет просто серьезная ошибка или трагическая? Это теперь зависит от очень большого числа обстоятельств. Ну, для многих людей, я могу сказать за ближний круг, за людей, которые я знаю, за себя самого, ну, просто абсолютно этически, нравственно, морально, как угодно можно назвать, неприемлемо из любых тактических соображений поставить галочку рядом с названием партии, которая гордится теми преступлениями, которые она совершала в нашей стране, которые миллионы людей сгноила в ГУЛАГе, вот они ходят и носят цветы на могилу Сталина. Это действительно серьезное дело. И вот я безоценочно хочу сказать, вот такие люди, которые профессионалы в своем деле, вот как Альбац, Пархоменко, Гозман, Рогов, Гуриев, Сонин, Яковенко, другие. И даже такие, как Черкасов, которые призывали голосовать либо за коммунистов-одномандатников, либо за списки, а это одно и то же. Я просто для примера назвал людей. Вот они говорят, можно голосовать, цитирую, можно голосовать и за сталиниста, и за педофила. Они говорят, или за тех, кто даже является открытыми гомофобами и расистами. Вот. Это совершенно неприемлемо. И это говорит о том, что это люди очень далекие от политики.
и ничего в ней, в этой политике, не понимающий. Да, я выписал себе эти цитаты, потому что я их даже запоминать не хочу. Я даже не хочу говорить фамилии тех, кто это говорит. Мне даже больно, потому что, ну, казалось бы, ну, это очень образованные люди. Ну, как они могут вот это говорить? А происходит это вот по какой причине. Это такая черта. Они думают, что они профессионально в своем деле, но они думают, что они что-то понимают в политике. Они ничего не понимают в политике. Просто вообще ничего. Они говорят о политике вот как футбольные болельщики, знаете, которые сидят, и они точно знают, как нужно играть в футбол. Правда, вряд ли кто-либо из них когда-то был на профессиональном поле и что-либо там делал. Три особенности у них. Во-первых, они в политике совершенно люди некомпетентные. Это легко можно показать. Во-вторых, они крайне самоуверенные. И в-третьих, у них колоссальный комплекс неполноценности. Поэтому им все время нужен вождь, им нужен сапог, им нужна твердая рука. Вот. А еще вот вы заметили одну тему. Вы сказали о рациональности, что вот обсуждают рациональность. Это самое опасное на выборах. Выборы и голосование всегда, всегда должны быть по совести. Вы можете ошибиться. И ошибиться, и неправильно проголосовать за какого-то кандидата. Он может вас потом подвести. Или партия. Но голосовать в момент голосования вы должны по совести, как в то, во что вы верите. Искренне. Да. Это не вопрос расчетов. Вы не можете голосовать по команде. Вы не можете голосовать по предложенному вам списку. Вы не можете этого делать. Вы можете только голосовать по совести, искренне, как вы лично думаете. Это просто невозможно. Это, как написал недавно очень толковый журналист, вы ее знаете, это размышлительный блуд. Вот это вот считать эти проценты. Мы вот, если так проголосуем, то тогда проценты уйдут к другой партии. А просто отдать финансирование своих денег 156 рублей в год партии КПРФ, это ничего? Нормально, да? Это нормально, да? Это можно? Вы же их финансируете, вы же это что, не понимаете? Когда вы призываете за это голосовать или сами голосуете, вы им даете деньги, вы их содержите, ЛДПР, Справедливую Россию, КПРФ. Вы радуетесь, что вы не даете эти деньги Единой России? Ну что, вы совсем наивные люди? Ну какая разница? Так бы она их содержала, а так вы их будете содержать. Ну радуйтесь. Если это вам помогает. Я никого ни к чему не призываю и не призывал, кстати, во время этой кампании, ну, кроме того, что я высказал свою собственную позицию, для меня это морально неприемлемо. Для меня весь смысл этого спектакля был в том, чтобы показать, что еще нормальные люди в России остались, чтобы сделать тот единственный выбор, который будет понятен, чтобы не надо было сидеть и догадываться, а вот этот человек проголосовал за эту партию, потому что он Сталина любит или потому что он тактически в пику там чему-то хотел сделать. Это невозможно все. Это путь в никуда, это путь в обрыв. Но вы хорошо знаете Сергея Сергеевича Митрохина. Я за него голосовал, это мой округ. Вот он... Не во всем с ним согласен, часто спорим, в том числе публично. Но за него голосовать не стыдно. У нас не бывает такого, что в моей партии не бывает такого, что все со всеми были согласны. Ну я тем более вообще из СПС, я не из Яблока. Слава Богу. Он сейчас депутат Московской городской думы, как вы знаете. Вот он мне дословно, цитирую, сказал, все коммунисты, которые прошли по умному голосованию, и почти все остальные, кто пошел по умному голосованию, отъявленные сталинисты, с ними даже разговаривать невозможно. Но яблочники тоже, кстати, прошли по умному голосованию в Московской городской думе нынешней. Значит, мы знаем цену. Если записать в умное голосование, то по нашим расчетам может быть добавлено в отдельных случаях до 5% пунктов. В Москве и в Петербурге, да? В Москве и в Петербурге. До 5%. Ну, это, кстати, бывает решающим. Да, бывает. Но в этот раз решающим стало, что их всех сняли.
Их всех сняли с пробега и того же Митрохина именно потому, что его записали в умное голосование. В смысле, вот сфотографировали против них, имеется в виду? Это умное голосование, с моей точки зрения, вот этот список умного голосования и включение туда яблока, это был донос, который привел к тому, что фальсификации вели именно лично против этих людей. Вот те, кто делали эти списки и записывали туда, у них просто ума не хватило не понять, что они имеют дело с репрессивной системой, которую, если вы напишете те, кого вы хотите поддержать, именно эти и не пройдут. Так и получилось. Так и сделали. Так, поэтому Вишневский не стал депутатом Госдумы. Поэтому Митрохин не стал депутатом Госдумы. Вот, собственно, и все. Но это же у них так работает. Проект нужно публично объявлять. А как еще? А вот так еще не заниматься доносами. Вот так еще. Вы находитесь в состоянии реальной конфронтации. Слушайте, это вообще тема невозможна, которую обсуждать. Вообще составление списка, за кого голосовать, это вообще... Там кто в этих списках? В этих списках КПРФ? В этих списках ЛДПР? В этих списках «Справедливая Россия», которая теперь уже супер такая националистическо-патриотическая? В кавычках патриотическая. Кто там, да, кто там? Ну как же вы составляете? Кого вы поддерживаете? Кого вы ведете в Думу? Вы думаете, вы надеетесь, что вы когда-нибудь этих людей перетянете на свою сторону? Никогда этого не будет. Они все вас кинут. Они все от вас откажутся. Если вы, конечно, не будете такими же, как они. А скорее всего, будете. Вот, собственно, и все. Это я вам абсолютно могу сказать. И даже реформы, в том числе, которые раньше проводились, они тоже проводились с этими попытками расчетов и поиска рациональных решений. Не реформы, как реформы для большинства. А вот мы сначала так, а потом будет, не будет. Вот то, что мы получили, так оно и случилось. Но это тема серьезная 90-х годов. Кстати, я должен сказать вам, что разложение такое, или деградация политологов, интеллектуалов, как бы профессионалов. Вот. Один известный вам человек, очень известный, сегодня утром написал: «Я проголосовал по умному голосованию, чтобы поддержать политзаключенных». Он голосовал за КПРФ, чтобы поддержать политзаключенных. Я не хочу его называть. Мне стыдно его называть. Что ж тут скажешь? Есть такой всемирно известный ученый, Йозеф Шумпетер, он австрийский и американский экономист. Он писал о странностях элиты, когда она начинает заниматься политикой, такой элиты, интеллигенции, и объяснял, какая это драма и какая это трагедия. Кстати говоря, он умер в 50-м году, и уже в конце жизни он к тому, что он написал о ней, почему она так делает, это огромная тема, серьезная. Он провел целое исследование, он социологом был. Он написал, что они никогда не думали, что это кончится печкой. Они думали, что благодаря тому, что они высокие профессионалы, они справятся и будут хорошо жить при любом режиме. Это про Шахта, фон Папена, тех людей, кто вел... При любом власть. Режиме они будут жить хорошо. Он начал писать это еще, знаете, когда первые его работы были на эту тему в период Первой мировой войны. Он никак не мог понять, почему венская интеллигенция против австро-венгерского монарха выступает, когда Австро-Венгерская империя самая либеральная. Ну, это, в общем, длинная история. Но вот потом он дал объяснение. Если когда-нибудь вам будет это очень интересно, мы поговорим. Вы знаете, что было вот это голосование на участке, где музей ГУЛАГа? Там победили коммунисты, знаю, да, конечно. 28%. А на втором месте «Единая Россия». А «Яблоко» на третьем. 13%. В музее ГУЛАГа. Но можно только развести руками. Вот. Я только могу сказать, люди все, которые в этот раз
призывали голосовать за коммунистов и за все другие партии, которые сейчас туда прошли. При том, что была альтернатива – «Яблоко». Они несут историческую ответственность. Посмотрим, что будет. Дай бог, чтобы ничего страшного не произошло, и чтобы историческая ответственность была только небольшим стыдом. Но это на самом деле очень серьезный вопрос. Вот получилось, что за четверть века как бы полный круг наоборот. Вот я хорошо помню выборы 96-го года, и тогда очень многие люди наших взглядов, нашего круга в первом туре голосовали за вас, а во втором за Бориса Николаевича Ельцина, и, на мой взгляд, делали абсолютно правильно. Я знаю, что многие люди в «Яблоке» со мной не согласятся. Вот просто так получилось, такая ирония, что многие из тех же людей, которые тогда правильно призывали голосовать за Ельцина, чтобы не допустить красного реванша, сегодня сами призывают голосовать за того же самого Зюганова, который, у него взгляды те же самые, что и тогда. И разница заключается в следующем. Борис Николаевич действительно был против. В меру своего сознания, понимания ситуации он был действительно против сталинизма, большевизма. Бесспорно. И вот этого коммунизма. Я, например... Он сам из семьи репрессированных, как вы знаете. Я, например, скажу вам другую точку зрения, которая, может быть, у вас вызовет улыбку. Я точно знал, что Ельцин победит. Я добивался того, чтобы стать третьим, для того, чтобы его поддержать против Зюганова. Вот для чего я шел на выборы. Я не шел на выборы ни в 99-м году, 2000-м, ни в 96-м, имея в виду, что лично я смогу выиграть и стать... Я хотел сделать «Яблоко» и мое направление, а мое политическое направление, я хочу подчеркнуто сказать вам, успеть. Это правый социал-либерализм. Мы – партия правого социал-либерализма в России. Вот это наше политическое место. И в этом смысле я добивался того, чтобы получить третье место, чтобы тот, кто станет президентом в борьбе против коммунистов, в противостоянии с коммунистами, опирался на правый социал-либерализм, чтобы это стало частью политики. А что такое правый социал-либерализм? Это равенство возможностей. Это свобода, это правовое государство, это закон, это разделение властей. Вот это что такое. Равенство возможностей. Вот в чем особенность. И я добился. Я в 2000 году стал третьим. Только не было второго тура. Да. Натянули, вернее, так, чтобы... Думаю так. Думаю, вот именно так. Кстати, еще важно про 96-й год. А мне модно. В 96-м всунули лебедя. Специально, чтобы я не стал. А потом лебедя уничтожили. Сейчас модно говорить, это в русле вот этой всей властной пропаганды про так называемые лихие 90-е и так далее, что якобы Ельцин на самом деле не выиграл в 96-м году, он же по-настоящему выиграл. В 96-м году он выиграл. Я уверен в этом. Я тоже в этом. Что в 96-м году Ельцин действительно выиграл. Почему? Потому что люди не хотели возвращаться в коммунизм. Потому что это были люди, которые только 5 лет назад из него вышли. Люди помнили пустые магазины. Люди помнили, что такое советская власть. Это сейчас выдумывают всякие глупости. За что призывали эти люди голосовать, вот эти, которые за КПРФ? Они вам скажут, да это там несерьезно, хоть за педофилов. Они голосовали сейчас за Газплан. В программе коммунистов написано «Новый Газплан». За национализацию. Вот за что они голосовали-то сейчас. Они говорят, это несерьезно. Все это очень серьезно. Сейчас вы увидите, насколько это серьезно. Коммунисты – это такое направление, которое всегда, наверное, будет. Они могут иногда приносить пользу, как оппозиция. Но у власти они очень страшны. Уже они хуже, чем сегодняшняя власть. Запомните это. Они хуже, чем сегодняшняя власть. Я бы сказал, что они такие же. Нынешняя власть тоже убивает, нынешняя власть тоже сажает людей в тюрьмы, они да, такие же. Вообще вопрос всегда это только... Это две стороны одной медали. Да, да. Как кто-то... Не совсем. Сказал, прошу прощения, что перебил, это важно сказать. А для меня самый удачный аргумент, самый эффективный аргумент против вот этой стратегии или тактики, это не стратегия, тактики умного голосования сформулировал один из сторонников умного голосования, который написал в
соцсетях там за несколько дней до выборов, что ну вот так получилось, что все сводится к выбору между бывшими палачами и нынешними. Ну вот для меня, например, я знаю, для многих людей неприемлемо выбирать любого палача. Это не сводилось к этому, это же неправда. Нет, я просто в данном случае говорю, если мы сейчас только сузим вопрос до выбора между нынешней властью и коммунистической, это одно и то же ровно. Это бывшие палачи и нынешние. Там нет лучших и худших, они одинаково плохи. Не торопитесь. Масштабы. Масштабы. Не торопитесь. Не торопитесь. Потом скажете, а я думал. Нет. Это вопрос масштабов. Сегодня вот такие масштабы. Да, суть там примерно такая же. Суть такая же. Да, а масштабы? Разница в масштабах настолько существенна, что она меняет и суть дела тоже. Поэтому мы с вами идем по минному полю. Это совсем не так все просто. Не бывшие и нынешние, а это разница в масштабах и в перспективе. Оно будет под другим предлогом, каким-то другим соусом, но это будет серьезное дело. Мы живем при этой власти. Вот разговариваем с вами. Но я мог бы уже сейчас здесь не сидеть, как вы знаете. Запросто. А Борис Немцов здесь с нами тоже сейчас не сидит. Поэтому нынешняя власть убивает. Ну, она стреляет в спину, она травит химическим оружием. Это написано в любой газете. Она убивает, она отравляет, она уничтожила Щекочихина, она уничтожила Истемирова, она уничтожила массу людей. Вы думаете, не может быть хуже? Ошибаетесь. Это бездонность. Это не имеет конца. Ведь речь же не о нас с вами. А речь о миллионах, десятках миллионов людей. Вы, как человек, близкий к политике, вы понимаете, что речь идет не о моей судьбе только, или о вашей, которая мне очень дорога. Лично вы мне очень дороги. А о судьбе десятков, тысяч, сотен, тысяч, миллионов людей. Поэтому аккуратней с оценками. Просто аккуратней. Вот, собственно, это я хочу подчеркнуто сказать. Мало того, я вполне себе представляю, что эта власть будет заменена какой-то другой властью, которая будет гораздо хуже ее. И вы скажете, да, это гораздо хуже. И вообще, если говорить об этой системе, если вы позволите, я несколько слов скажу, потому что вот эта система умного голосования. Во-первых, я хочу всем сказать, никогда не голосуйте по приказу. Не голосуйте по приказу. Вот я прочитал. Пишут, получите рекомендацию и проголосуйте. Ну, давайте еще тогда начнем с власти, как они бюджетников сгоняют. Это другое дело. Это совсем не по приказу. Мы же сейчас, да. Вы хотите сказать, что? Что те, кто придумал умное голосование, такие же, как власть? Да, я с вами согласен. Вы сейчас это сказали. Ну, я не это сказал. Да, если мы говорим про приказ, то давайте начнем. Ну, то, что вы сказали. Ну, значит, те по приказу и эти по приказу. Какая разница-то? Ну, какая разница? Ну, здесь что те зависимые, здесь принуждают, здесь рекомендуют. Ну, так будут принуждать, когда властью станут. Если они сейчас уже приказывают. А голосовать за сильных, не по совести голосовать, а голосовать за сильных, это правильно? Голосуйте за тех, кто выиграет. Это правильно? Не за тех, у кого убеждения, не за тех, кто прав, не за тех, кто знает программу, не за тех, нет. За сильных голосуйте. Это гадость и хитрость. Голосуйте за сильных, думают, что они к себе их перетянут. Никогда не перетянут, они их обманут, потому что они такие, вот такие, они как подлецы. Нельзя убеждать людей быть гражданами и не голосовать по совести. Вот я вам очень благодарен за наш с вами разговор, в котором я могу об этом сказать. У меня просто нет форматов, мне негде это сказать. Но я хочу сказать вам, всем, кто будет смотреть когда-нибудь нашу передачу, нельзя убеждать людей быть гражданами и не голосовать по совести. Вот когда вы мне говорите, что при всей вашей, а вы гораздо больший оппонент нынешней власти, чем 99% этих людей, потому что у вас есть личные основания и даже более чем личные. Ваш самый дорогой вам человек, друг, был убит в 100 метрах от Кремля, в спину. В спину! И вы говорите, нет, извините, вот так я сделать не могу. Вот вы гражданин. Извините, что я привожу вас в пример. Это не очень подходит для таких дискуссий, но я говорю то, что я думаю.
Вот. И еще раз я хочу сказать. Сравните программу КПРФ и «Единой России». И вы увидите, чья программа лучше. Да, во-первых, мы практику видели, даже программу не обязательно. И ту, и другую практику. Я когда написал, что я думаю по поводу голосования за коммунистов, один из самых лучших, в кавычках, а может и не в кавычках, комментариев, сразу завалили комментариями в Твиттере. И один из самых лучших комментариев был, что ну вот «Единую Россию», там человек написал, «Единую Россию» мы видели на практике, а коммунистов еще не видели, написал человек. Да, ну вот. Вот. Что он такой ответит? Вот. Поэтому я хочу сказать, что для нас все те, кто продвигал умное голосование, ну, в смысле, инициаторы умного голосования, меня все время спрашивают, я не хотел касаться этой темы, но меня все время спрашивают, вот что вы говорите про Навального, какая политика Навального вас не устраивает? Я сейчас хочу задать, если можно... Сейчас вы любой мне зададите вопрос. Я вам неприятный вопрос задам. Задайте мне, пожалуйста, самый неприятный вопрос из всех, какие вы можете придумать, пожалуйста. Только, пожалуйста, самый неприятный. Вот, когда меня спрашивают, какая вот эта политика умного голосования делает из человека, который выступает за это вот такое голосование, он делает абсолютно чуждым для нашего направления в политике. Это направление большевизма, это направление в сторону вождизма, тоталитаризма, оно нас не устраивает категорически. Это замена одного вождя на другого. В принципе, мы ничего общего с этим иметь не желаем и не хотим, и не будем. И будем оппонировать как властям, так и этому направлению. Вот и все. Вот как раз об этом мой вопрос. Да, пожалуйста. И я... Начну как бы его с конца, вы сейчас поймете. Вот мы уже начали этот разговор с выборов 2007 года, когда СПС был выбран объектом травли государственных пропагандистов, органов власти, правоохранительных органов и так далее. И вы участвовали в программе «На эхе Москвы», и вам ведущая задала какой-то вопрос касательно ваших разногласий с СПС. А о них всем хорошо и давно известно, мне очень хорошо известно как бывшему члену СПС. «Заклятые друзья» нас называли две партии. Помните, СПС и «Яблоко». И вы ответили, я никогда это не забуду, вы ответили, ведущий, что хорошо известны все наши разногласия с СПС, но сейчас я не буду соучаствовать в травле, и поэтому я вот на этот вопрос в декабре 2007 года отвечать не буду, сказали вы. Я практически дословно. Второй пример. Вы часто говорите, и сейчас говорите, и пишете о том, что у вас много разногласий с Михаилом Ходорковским. И вы сейчас говорите о них, в чем они заключаются и так далее. Насколько я помню, поправьте, если ошибаюсь, но, по-моему, я не ошибаюсь. Вот в те больше, чем 10 лет, что он сидел в тюрьме, вы ни разу себе не позволили ни одного слова критики. Более того, если я правильно помню, вы ходили к нему на суд и на первый, и на второй процесс. В Мещанском суде первый, в Хамовническом второй. Когда вышло ваше, это даже не письмо, а это статья, касающаяся Алексея Навального в весной этого года, вот у подавляющего большинства людей, мнение которых мне важно, дорого, значимо, основная претензия была даже не в содержании, хотя, может быть, и содержание могли поспорить, но это ваше безусловное право как политического деятеля, как государственного деятеля быть несогласным и спорить с кем-то. Нет, основная претензия была не к сути, а к моменту. Почему вы посчитали для себя возможным в отношении Алексея Навального нарушить тот принцип, которого вы сами придерживались в отношении СПС в 2007 году и в отношении Михаила Ходорковского на протяжении его 10-летнего заключения? Объясню. Моя статья была написана в пятницу. В четверг главный союзник Алексея Навального, некто Волков, заявил, что он вынужден был бросать людей в топку и будет бросать в топку, и скоро начнется новый сезон, когда надо будет бросать людей в топку, и что все это необходимо для того, чтобы привлечь внимание к Навальному и к событиям вокруг него. Так это же Волков сказал, а не Навальный. И причем, я замечу, Волков сидит за границей и не имеет никакого морального права. Алексей Навальный сидит в российской тюрьме. Дайте мне договорить. Прошу прощения. Дайте мне договорить.
Навальный, когда собрался лететь в Россию, сказал: «Встречайте». То есть он позвал людей на улицы. И потом и в ТикТоке, и в других ресурсах он же все время выходит на поверхность. Он же все время. Это же его слова. Вам скажут, за кого голосовать, вы голосуйте. Это же его слова. Я вам покажу его пост. Так вот и тогда. Значит, я не считал возможным это делать вот до этого момента. После того, как я увидел, что собираются делать с людьми, я просто хотел людям объяснить. Сейчас 116 уголовных дел. За что? Ни за что. Просто потому, что людей позвали, и люди поверили в это, что они помогут чем-то, что они что-то сделают. Ясно было, что этого ничего не будет. Это надо было срочно останавливать. И я считаю ответственными за это все, кто сидел своими задницами, извините, на диванах, хлопал и говорил: вы герои, вы выходите там за Навального, за свободу. Вы считаете, и тоже даже выходили вместе с ними, зная, что с ними ничего не будет. А по всей стране людей хватали, по всей стране людей сажали, по всей стране. Вот тогда мною и было написано, что вы вообще остановитесь, вы подумайте. Я не про него писал. Моя статья никакого отношения к его посадке не имеет. Никакого, ни малейшего. Его сажали совершенно по другой причине. Я потому так не говорил про СПС. И потому так никогда не затрагивал. Потому что они никогда во имя себя не посылали людей в тюрьму. Это моя принципиальная позиция. Я вам ее заявляю. Если бы СПС позвал всех на улицу, чтобы их потом половину посадили, если бы Ходорковский сказал: давайте будем штурмовать тюрьму или ФСБ, чтобы их всех тоже посадили, я не знаю, как бы я говорил. А это было совсем другое. Совсем другое. Это была травля СПС. Кем? Тем, кто сам был СПС. Потому что, ну, в том смысле, что он был частью всего, что происходило. И тогда говорить по ураганили, и вот эта вот гадость, вот эту... Шакалит у посол. Да, шакалит, вот это все гадко было. Поэтому я не хочу участвовать и не хотел участвовать в травле СПС. И это же касается Ходорковского. Ходорковский никого за собой в тюрьму не тащил. А здесь я политик, я несу ответственность за были людей. Были люди по делу Юкса, до сих пор Алексей Пичугин сидит. Кто-то, может быть, также... Его арестовали параллельно, не потому что его позвал в тюрьму Ходорковский. Ходорковский не говорил: давай, Пичугин, заходи сюда в тюрьму. А здесь прямо так почти говорилось. Вот и все. Это совсем разное. Это все совсем разное. Понимаете? Тогда более широкий вопрос. А вы не считаете, что люди в условиях авторитарного режима, когда в стране нет выборов, о чем мы сейчас с вами подробно говорили, что люди имеют право выражать свой протест на улице? Они имеют право, а я не запрещал им. Я им просто говорил, что вас ожидает. Я выступал про того, кто зовет. Я выступал против тех, кто зовет, кто кидает в топку. Навальный обязан был написать: не кидайте в топку. Не кидайте в топку, берегите людей. А они что сделали? Они потом еще списки собрали, они потом еще передали в полицию, ФСБ, ну косвенно, как бы не специально. Передали их все адреса, обогатили базы. Значит, я против такой безответственной политики. Я против, это преступная линия. Я лично сам выходил на все несанкционированные митинги в 2019 году. И все это знали. И стоял в одиночных пакетах. Я знал, за что я тогда борюсь. Но я не звал никого. Нельзя этого делать. А это же был колоссальный призыв. Колоссальный. Прям людей звать на улицы, чтобы их посадить. И писать об этом надо было тогда, когда это было нужно. А не через полгода, когда это никого не интересует. Тогда вот, когда был ответственный люди. Да, некоторые люди мне написали и пришли и сказали: да, благодаря вашей статье мы не пошли, или там у нас дети не пошли и так далее. Спасибо, что вы нас защитили. И это не миллионы, но были такие люди. И если я смог спасти хотя бы 2-3 человек, а там было больше, то и правильно, то и хорошо. Так и надо было сделать.
В том году Алексея Навального отравили химическим оружием, причем, как мы сейчас знаем, благодаря блестящему расследованию Bellingcat, это сделали те же самые сотрудники ФСБ, которые отравили меня, которые отравили Дмитрия Быкова, которые отравили Тимура Кувашева, члена вашей партии в Кабардино-Балкарии в 2014 году. Эскадрон смерти, как вы сами его назвали, действующий в составе Федеральной службы безопасности. И? Вот те же люди отравили его. И что? Так это не о нем, это о власти. Это само собой. Это не само собой. Это не о нем, это о власти. Так из-за этого мы получили 1%. Ни одна партия, ни одна группа, никто не говорит, что надо расследовать эти отравления. Только одна партия записала у себя в программе. Только одна партия подготовила все документы для того, чтобы в первый же день заседания Новой Думы внести их в Думу для парламентского расследования. Вы все время говорите «на улицу, на улицу». Хорошо, что вы говорите. Можно я вам скажу? Это бунт. Вот то, что вы говорите «идите на улицу», это бунт. А бунт кончается тем, что все получается в результате хуже, чем до того. Потому что он не дает альтернативы. Это просто бунт, это просто сопротивление. Справедливое? Да. Люди имеют право выходить на улицу? Вот имеют, но они себе могут сделать еще хуже. Они имеют право, но ваша и моя ответственность, моя особенно, предлагать эволюционные пути, не допускать этого, чтобы им стало еще хуже. Так если власть не допускает эволюционные пути, как мы можем это делать, когда с той стороны все... А вот власть и коммунистическая, советская тоже не допускала. А получилось у Горбачева. Так в результате люди на улицу вышли. У Горбачева. Да не потому, что люди вышли на улицу. В итоге, пускай выходят, когда уже не убивают. Бунта же не было в конце 80-х. Вы допускаете в нашей стране перемены только сверху. Я правильно вас сейчас услышал? Я не знаю, откуда в нашей стране будут перемены. Я должен людям давать уверенность в том, что есть положительное будущее. Что есть жизнь без страха. Что может быть в России правовое государство. Я объехал всю страну много раз. Знаете, сколько раз я участвовал в выборах? Можете посчитать? Ну, раз 10, наверное, навскидку. 10 как лидер списка и кандидат в президенты. И вот 11-й раз уже как доверенное лицо. Да? Это не считая Петербурга, кстати, да? Не считая Петербурга. Я объездил всю страну много-много раз. Я вам могу сказать, у нас с вами очень хороший, умный народ. Умный, работящий, совестливый. У нас проблема с... элитой. Так называемой. Вот вы точно. Вот с ними у нас большая проблема. Потому что у нас деградация произошла, этой элиты, страшная. Вот, а с народом у нас все в порядке. Значит, вот я считаю для себя обязанным что сделать? Предложить альтернативу. Вот что я в состоянии, что яблоко может сделать? Предложить альтернативу. Объяснить эту альтернативу. Доказать необходимость этой альтернативы. Сделать так, чтобы люди поняли эту альтернативу. И тогда все изменится. Тогда появятся шансы. Я не говорю гарантии, но появятся шансы, чтобы было по-другому. Альтернативу какую надо предложить? Кадровую, содержательную, в смысле программы. И чтобы миллионы людей ее поддерживали. И вы заставите любую власть с вами разговаривать. Даже такую? Любую. Любую власть, любую, потому что у вас будет кадровая альтернатива, у вас будет программная альтернатива, и у вас будут миллионы людей, стоящие за вашей спиной. Вы же знаете научные исследования, 3-5% достаточно, но только должна быть альтернатива, должен быть кто-то, ради кого это делается. Должна быть группа людей, которая готова взять власть. Это не должна быть просто какая-то вот случайные какие-то люди. А иначе это бунт. Это иначе бунт. И это все время надо предлагать, понимаете? Вот все время предлагать. Все время давать вот это людям. Вот это я считаю своей ролью. Ну, пожалуйста, если кто-то знает, как по-другому, я готов его выслушать. Просто драться с полицией ничего не выйдет. Ну, просто не выйдет ничего. И людям это надо... Просто вот объясняю. Они не остановятся ни перед чем. Они не остановятся. Лично я могу рисковать всем.
Но я не вижу возможности рисковать другими людьми. Если впереди я не вижу результата, если я не верю в него, если я его не понимаю. Вы знаете, когда надо было там в Чечне там, спасать людей или там на Дубровке, но это лично я сам, а звать других людей, ну так я устроен, такая моя ответственность. Я не революционер, я очень люблю своих людей и свою страну, и их детей. Они живут вот сегодня реальной жизнью, они живут. Можно не соглашаться с моей позицией, но она вот такая. Если выборов нет, а улиц, как вы говорите, по вашему мнению, ни к чему не приведет, то есть мы вечно будем жить вот в этой системе? Нет. Никакого света в конце туннеля нет, мы не видим? Нет, они... Если вы хотите какой-нибудь простенький свет, да? Нет. Не простенький, тогда они не справятся. Они не справятся. Те, кто у власти? Да, они не справятся. Люди будут беднеть. И люди этого не простят. И надо быть готовым к этому моменту предложить альтернативу. Это для них самое страшное. Кадровую, программную, этическую, нравственную, эмоциональную, какую хотите. Даже эмоциональную. Это очень трудная работа. Но кто-то ее должен делать, понимаете? Вот когда вы людям рассказываете, что можно сделать вот это, и можно сделать вот это, и мы сделаем с вами, мы решим ваши проблемы, мы знаем, как их решать. Вот что нужно делать, чтобы люди поверили, что есть другое направление. Ну вот. Ну а вообще я не демиург, я же не знаю все ответы, я же не знаю, как что будет. Кто мог представить, что придут люди с рогами и в шкурах и будут оккупировать... Капитолий. Да. Ну, кто может такое представить? Кто мог представить, что американцы будут так уходить из Афганистана? Бежать, а не уходить. Ну, я уж выбираю выражение. Ну, так уходить из Афганистана. Кто мог это себе представить? Кто? Я вам расскажу свой личный опыт. Потрясающий. Рано утром я смотрю «Нью-Йорк Таймс». Байден говорит... что разведка ему сообщила, что в течение 3-4 месяцев талибы могут захватить Кабул. Ну ладно, я иду, делаю зарядку, пью кофе, немного завтракаю, открываю компьютер. Боже мой, 3 часа прошло, они уже в Кабуле. Ну как это? Ну, в одной и той же газете это написано. Конечно. Но это же вот в чем, вот какой сейчас мир, совсем другой. Мы даже с вами пока не представляем, как это людей сейчас надо сохранять. Веру им давать, силу им давать, альтернативу им давать. Сейчас будут такие времена, которые вообще никто не знает как. Вон конфликт Франция, Соединенные Штаты, Австралия. Ну это же невозможно. Брексит. В Великобритании созданы рабочие группы борьбы с дефицитом в магазинах продовольственных. Почему? Потому что на таможне стоят грузовики и портится молочная граница. Конечно. Ну кто это мог представить 5-10 лет назад? Ну кто это мог представить? Из этого следует. Мы с вами ответственны за процесс. Господь определит результат. Извините. Это все, что я могу сказать. Как говорил вышеупомянутый Владимир Буковский, искусство политики – это создавать альтернативу. Вот, я эту фразу, видите, часто повторяю. Я даже не знал этой фразы, вы мне ее Он ее часто повторял. Вот это я хочу всем рассказать, всем нашим слушателям и всем. Вот, собственно, все. Последний вопрос. Пожалуйста. Вы часто говорите, совершенно справедливо, о том, что... Вот нету института репутации в нашей стране, люди не умеют признавать собственных ошибок. И вот те ошибки, которые были в прошлом совершены, очень редко люди, ну это вообще человеческое свойство, ну трудно признавать собственные ошибки, особенно публично. Но бывает такое, бывает, когда люди свои ошибки признают, тогда как бы вот вы считаете возможным дальше с такими людьми сотрудничать? Вы неоднократно об этом говорили, в том числе касается людей, которые там, например, когда-то жестко критиковали вашу партию в том числе, а потом... Сейчас это ваши союзники, не будем называть имена. К вам вопрос. У вас есть в жизни такие вещи, за которого, может быть, неприятно, стыдно, неловко, не знаю, какое
какое слово подобрать. Вот тот стандарт, который вы применяете к другим, я сейчас его хочу повернуть на вас. Можете назвать там две или три вещи, которые вы считаете своими ошибками, лично вашими? Не что-то кто-то другой сделал неправильно, а лично вы. Такое, да. Что вы готовы публично сказать. Во-первых, у меня всяких грехов бесконечное число. Как у любого человека. Я не живой об этом. Человек, я хожу по земле. Я про публичные политические ошибки. Что касается политики. Вот есть одна фундаментальная ошибка. В 90-е годы я не понимал значимость развенчания большевизма, сталинизма и советского периода. То, что понимал Буковский, я не понимал. И тогда Буковский об этом говорил? Да. Я с ним разговаривал. Тогда. Потом. И спорили с ним. Я даже не спорил. Но я просто помню, что я просто не понимал, какое это имеет значение. О чем он говорит? И я понял не сразу. Я понял в начале 2000-х. А все 90-е годы я не понимал, что это вопрос главный. Наряду с реформой. Я прозевал этот момент. У меня не хватило знаний, не хватило политического опыта в 90-е годы понять это обстоятельство. И это серьезная штука. И я не разворачивал партию в это направление. Я занимался экономическими реформами. У меня были диалоги, споры по экономическим реформам, там, по тому, что делает Ельцин, по войне в Чечне. Там были крупные, серьезные вещи, тоже по отношениям с Украиной. По Лукашенко мы покинули зал Думы, когда мы были в 1995 году одни. Когда не было там СПС, это выборы России, мы выполняли функции всех демократов. У нас была огромная фракция. Мы там треть зала, мы покинули его. Да, это 99-й год приезжал, да, Лукашенко. Вот, я и говорю, когда выступал Лукашенко там. Потому, и тогда сказали, что если вы привечаете такого, как Лукашенко, вы то же самое все получите у себя. Вы получите в России. Вот вам, пожалуйста. Мы все имеем то же самое. Короче, вот это непонимание необходимости развенчания советского периода, большевизма, сталинизма. Я тогда полагал, что 20-го съезда достаточно, что Хрущев это все сделал. Потом я только понял, что это было в рамках партии было все сделано, а не было общественно-государственно. И потом партия, начиная с 2000-х годов, начала постоянно проводить специальную работу, публиковать преодоление сталинизма. Вы это знаете. У нас вышло очень много работ по преодолению сталинизма. Да и после сталинизма, после 20-го съезда была и карательная психиатрия, и диссиденты все, сидели, да, в лагерях. Вот, это же не ограничивается Сталином. Все, да, это прямо до 91-го года. Это все было. Нужно было, да. Вот этим всем надо было заниматься. Вот этим всем. Ну, я уж не буду сейчас про это говорить. Я это испытал на себе частично. Поэтому мне известны всякие такие вещи. Вот вам мой политический... Но я нигде не учился. Я нигде не учился настоящей политике. Я же ее осваивал на ходу. Вот мне понадобилось, видите, сколько? 10 лет. Мне понадобилось, чтобы понять смысл и значение. Вот. Далеко не все идеи Андрея Дмитриевича Сахарова я сразу понял. То есть, ну, там есть... Есть о чем говорить. Тогда совсем последний вопрос. Вы пожалуйста, сказали, любой. Что вы 10 избирательных кампаний провели уже в своей жизни. 11 уже. Ну, в качестве кандидата. В качестве кандидата. Именно вопрос об этом. Все, на этом закончилось ваше участие именно в качестве кандидата в выборах России? Вот на этой круглой цифре 10. Стоит точка? Или я думаю, нет? Да. Я думаю, да, потому что нужны новые люди, молодые. Я теперь должен им помогать, учить, поддерживать. Должен быть рядом, должен быть тем, на кого они могут опираться, в той степени, в которой я могу. Вот. Но, как известно, есть выражение «никогда не говори никогда». Жизнь покажет. Но на сегодняшний день, я думаю, да. Я все, что смог. Я занимаюсь напрямую политикой 35 лет. Все, что смог. Россия будет демократической страной? Или ее не будет. Спасибо за разговор. Вам спасибо.